Влад, мы просто хулиганы. Ребята, у вас документы с собой есть? Да. Разрешение. А может, это надо, да? А вы такие толковые, вы сейчас вынимите весь дым отсюда. Идите, вынимайте дым. Согласовано, да? Вы что, с охраной местной согласовали, что посмотрите, нет, какой дым? Нет, я спрашиваю, согласовано ли это с участником? Вы участник данного форума. Как вы относитесь к таким перформансам? Не буду я ни с кем Свобода мнения и солидарность с политическими заключенными, репрессированными в стране в России и в Беларуси, это такой нюанс согласован. То есть мы не несли никому ни угрозы, это абсолютно мирная акция солидарности. Вы гражданин какой страны? Беларусь. Я почему и передумал? Это я твое удостоверение вам могу показать. Вы, как гражданин, вы должны мне предъявить. Нет, здесь работа. Мне надо выключить. Хорошо? Я забираю этот документ. Да. Где? Я предъявила, Женщина, я должен взять ваш паспорт для настоящего? Нет. Мне же проверить все въезды, выезды. А не то, что вы держите в своих руках.
Я должен сам уйти, а не вы мне должны показать. Сейчас что тоже кажется, что это делает? Да, прислать это пищу, конечно, не как выбирать. Это привлечение внимания, это мирная акция, и мы никому ничего не навредили, мы просто привлекали внимание. И в этом мы считаем, что делали все. А вы участник же, да, этого форума, да? Ну и как вам дискуссия? Дискуссия с кем? Ну вот если вообще подвести, так сказать, какой-то итог, вот если общий, был какой-то смысл этого мероприятия? Как само мероприятие? Что? Как само мероприятие, да, то есть мы получили новые знакомства, новое общение, узнали новых, так сказать, товарищей. Да, захватчиков. Вынесли тоже свою. Это как-то вас приближает к цели, так сказать, вашей борьбы или нет? Ну, в данный момент у нас информационная борьба, и мы занимаемся ей. То есть мы высказываем свое мнение, и наша борьба будет длиться, пока будет хотя бы один политический заключенный. То есть в данный момент мы требуем освобождения всех политических. Люди не должны привлекаться, терпеть какие-то репрессии за свое мнение. Но это не является нормой. Почему черный флаг у вас? Черный флаг мы анархисты. И это черный флаг. Скажи, как сейчас? Так, вы анархисты? Да, да. А если вы против? Да, вот, то есть и черный флаг. Первый канал российский, официально зарегистрированный? Конечно, видите, написано. Да, а мы считаем вас пропагандистами. Мы считаем, любой канал, который является зависимым от государственной дотации, является пропагандистом. Ну, если это российский, в том числе имперской агрессии и идеологии путинизма, которая близка к фашизму, к сталинизму. Поэтому общаться с вами, то есть вас на самом деле на любом мирном мероприятии достойные люди должны оплевывать и прогонять отсюда. Это вот наше мнение. Мы анархисты, мы против вообще любой власти, имперской и преступной особенно. Анархисты не проводят подобные мероприятия у себя? Да, конечно. Да, конечно. Я дважды политзаключенный в Республике Беларусь. За какие деяния? Якобы за хулиганство и за порчу имущества, хотя это граффити и акции политического содержания против милицейского насилия в том числе, которое очень распространено в Республике Беларусь. Как вас зовут? Мы можем быть свободны? Собираете все. Здесь амбассада, все пикеты, пожалуйста. Хотите на другую сторону? Хорошо. Все. Здесь нельзя проводить пикет? Да. Как бы очень свободно. Нас это мало волнует. А мы не питаем иллюзий, на самом деле, по поводу любого государства, в том числе литовского. Просто тут чуть больше демократии, чем в нашей стране. Мы прям вылезли из диктатуры, конечно. Вы вам, ребята, расскажете. Я бы был объяснить.